направить средства на восточные районы в части размещения затратного решения зерновых культур. Развитие виноградарства в 2022 году планируем возмещать 40% затрат на приобретение техники. Уже мы заложили в областном бюджете 8 миллионов. Продолжим активно поддерживать бизнес посредством налоговых преференций. У нас есть и социальные выплаты, и инвестиционные выплаты. Если говорить про инвестиции, то продолжается активность. Сейчас у нас на мониторинге, на сопровождении находятся 33 проекта. Это в разных сферах АПК. Мы в 2021 году дали старт двум крупным проектам по строительству масляных экстракционных заводов в Неглиновском районе и Мириковском. На них задание будет направлено порядка 7 миллиардов рублей. Также у нас в целях стимулирования инвестиционной деятельности и поддержки экспортно-ориентированных направлений предусмотрено размещение прямых полезных затрат или направлено на модернизацию АПК. Ну, хочется подводя итог сказать, что работа у нас не останавливается, год заканчивается, показатели и те цифры, которые я озвучил, являются для нас важным, но мы будем продолжать работу на развитие алкогольного комплекса. Хочу всем участникам нашего заседания пожелать успешной работы. Всего самого лучшего. Спасибо. Готов ответить на вопросы. Вопросы, пожалуйста. Александр Владимирович. О, Жданов. Алексей Вячеславович. Микрофон. У меня такой вопрос. В 2001 году мы на Молодице гораздо больше урожая, чем Краснодарский край. Было такое, да? Урожай был где? По разным возможно. В этом году Краснодарский край мы дошли, но по разным зерновым 2001 году скорее всего. По разным зерновым и по всем. Почему такая разница в субсидии? Краснодарский край получает 1 200 000 000, Ростовская область 680 000. Каким образом ведутся подсчеты? Полное безобразие. Мы этот вопрос тоже поднимали на федеральном уровне. Понимаем, что у нас производство, именно если взять зерновые и возмещение, да, о котором будет речь, что разница. Та методика, которую придумала Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, к сожалению, она не отражает действительную ту картину, которая складывается в производстве зерновых. Да, я согласен, что есть несправедливость, которая выразилась в этих цифрах. Краснодару в два раза больше почти выдали средств. Мы обращались в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по этому вопросу, но, к сожалению, осталось это без внимания. Плохо. Очень плохо. Почему? Вот сегодня у нас заканчивается год. Я потерял 40 миллионов на пошлине. 40 миллионов не получила хозяйство. Получу сейчас субсидию в пределах 3,5. Ну да вообще. Хуже рынка. Спешите вы не получили. Пошлина 85 долларов. Уже 90. С этим вопросом. Вы хотите овцу три раза пострить? Спасибо за внимание. Пожалуйста. Минутку сейчас. Мокрикова, пожалуйста. Спасибо вам, что вы микрофон, чтобы было слышно. Спасибо. У меня один вопрос. Значит, по удобрению. Почему Министерство сельского хозяйства Ростовской области, мы находимся на этой территории, значит, не проанализировало цены, тем более, которые сегодня предлагаем, и не поставило вопрос перед правительством Российской Федерации, кто будет это контролировать. Значит, цены выросли, значит, два раза. Вот. Это полка хлеба,
значит, когда цена Амафоса была 29 рублей. Сегодня цена Амафоса 60. Вот это сайт 120. Почему не ставится вопрос? Не ставится Вагнер, не ставится депутатами Государственной Думы. Значит, почему этот вопрос не ставится? Кто обуздает этих ребят? Вы понимаете? Значит, как только поднимаются цены на продукты питания, виноваты крестьяне. Все это подтверждают. Виноваты крестьяне. А на самом деле мы ни в чем не виноваты. Вот. Сегодня я еще констатирую вам, что не хочет никто ставить злободневные вопросы. Куда повышение цен? Я только об удобрении, которое сегодня озвучено. А остальное, куда это приведет в отношении нашего народа? Президент ставит, что мы с целью, что наше государство социальное. Ну какое же социальное? Вот представьте себе в два раза повышается удобрение, химические средства защиты, значит, техника и тому подобное. Куда мы пришли? Посмотрите, вопросом нужно ставить вопрос. И не здесь, а ставить вопрос перед правительством Российской Федерации. Пусть мы работаем. Василий Иванович, дайте ответить заместителю министра. Ну, вопрос, который вы озвучили, он негативный. И вы думаете, что он не обсуждается на уровне правительства Российской Федерации и не покажется по мнению нашей министерства. А есть определенные вопросы, да, которые связаны. Мы все наблюдаем, что вводятся квоты, экспортные пошлины по зерну, но и вводятся там, такие же меры в отношении тех же удобрений. Вопрос, который вы озвучили, он также на уровне федерального министра Бабушева Дмитрия Николаевича рассматривается в том числе и с участием там, от красивого вице-премьера и Министерства промышленности. Но, к сожалению, мы на своем уровне не можем влиять на эти механизмы, да, которые регулируют именно отрасль, связанную с удобрением. Но эту проблему мы также понимаем. И видим, что есть определенные рассуждения и справедливость в отношении формирования цен на продукты и, соответственно, из составляющейся стоимости данного продукта. Добро, Шерик Никитенко. Еще на курсе РАКО мы будем не первым руководителем. Наверное, вот коллеги не знают, какая сейчас правда скрылась. Потому что говорят, вопрос задают, что в Краснодарском крае в два раза больше субсидий за реализованные пшеницы, чем в Ростовской области. Наверное, коллега не знает, что этих денег уже нет. Есть постановление правительства Ростовской области, есть порядок предоставления, есть распоряжение министра об ответственном человеке, но денег нет. Оказывается, кто раньше стал, того и тапки. Хотя по постановлению и распоряжению период сдачи был объявлен до 29 ноября. И что после 29 ноября будет рассматриваться податель этих документов, производится эта субсидия. Денег нет. Сегодня заявляют, что только успели те, которые сдали до 8 ноября. Но нигде здесь нету, что это у нас соревновательный процесс. Кто первый сдаст, тот и получит. Вот этот вопрос, коллеги, надо поднимать. Нас обманули по-крупному. Вы даже себе не представляете, наше предприятие теряет 8 миллионов. Вы меня извините. Это же те деньги, которые государство, забирая через пошлину, частично хотело нам вернуть. А я сегодня хочу вопрос задать заместителю министра. А кто же эти деньги получил в Ростовской области? Кто успел? Только 2 ноября пришел регламент. Ну то есть, как, да, 2 числа. Какие документы, как надо оформлять. А уже 3-го кто-то уже сдал. Как это понимать? Это коррупция. Это кто-то инсайдом пользовался. Мы сдали 15 ноября, коллега сдал 9 ноября, мы не проходим. Почему? Коллеги, чтобы вы правильно понимали глубину нашего падения. Ну я прокомментирую, если позволю. Повторю, что денежные средства, которые нам выделили, вот там 640 миллионов по порядку, да, их поймите, недостаточно. Это есть такой мультик, мы делили агрессив, но на нас он один. Понятно, что рейки в порядке там не указаны, но у нас процедура состоит из участия. Первое, это отбор, который длится месяц, и он носит заявительный характер и регистрируется по факту подачи документов. А второе, это уже рассмотрение этих документов. Конечно, те средства, которые предусмотрены и показатели про них, они крайне малы для Ростовской области. Это вот
если продолжают первый вопрос. Поэтому сказать, что как-то имели 600 миллионов, но все росло в области, чтобы не было лишних, я, к сожалению, не смогу вам ответить. Вы хотели бы, конечно, чтобы у нас перепалка была? А можно вопрос по этому? Ну, если собрание документы до 29 ноября, вы должны меня вообще не сказать. 340 рублей не попадается, а попадается по 20 копеек. И всем выдан. А вы сделали только приближенным. Я просил бы, чтобы объявили, какие хозяйства все-таки эти деньги получили. По интернету не видно. Хотя уже должно быть вывешено, если вы говорите, что денег нет, уже раздали. Извините, конечно, я не хотел. Вопрос понятен. Смотрите, у нас порядок следующего. В месяц собираются документы, и последний день они рассматриваются. Они не рассматриваются по мере сдачи. Порядок определен постановлением правительства Российской Федерации номер 492. К сожалению, я его не придумал, тоже считаю, что собирают вместе документы, а потом еще в течение 10 дней их рассматривать это не будет. Как раньше было, заявленном порядке пришли, дали, получили, пришли, дали, получили. Но все субсидии, все наши 47 направления, они переведены на эту форму, которая состоит из двух этапов. Первый это месяц сбора документов. И то, что вы сказали, там 8 ноября закончилось, но это, как скажем, условно сказано. Все документы рассматриваются вот непосредственно уже после окончания первого этапа. Василий Викторович, у вас вопросы? Да, ну, я практически услышал ответ на свой вопрос. Но Василий Юрьевич сказал, что будет эта субсидия выдаваться по конкурсной программе. Какая это конкурсная программа? Кто первый добежал до министерства? Вот когда я правильно сказал, здесь какая-то коррупционная, кому говорит, быстрее позвоните. И скажите, пожалуйста, сколько холдингов в Краснодарске, которые находятся в Ростовской области, получат эту субсидию? Они получат там удвоенную субсидию и получат здесь, да? А мы не забежали. Я считаю, что конкурсная программа должна быть конкурсной программой. Вот возьмите Хачатура Макуновича, да? Он построил Ледовый дворец, он вкладывает деньги. Мы там делаем проектно-экспертную документацию на школу, на строительство, строим ФАР. У нас 4000 гектар земли, 4000, и 206 человек работающих. Это получается, ну, около 20 гектар на человека. И мы являемся градообразующим хозяйством. Градообразующим хозяйством, хотя в поселении 25 тысяч гектар земли, остальная под холдингом. А мы являемся градообразующим хозяйством, потому что налоги все поселения идут от нас. И я узнаю, что я, знаете, сказали конкурсная программа, ну, думаю, по конкурсу мы точно пройдем. А оказывается, конкурс у нас получился. Кто быстрее добежал? Ну так нельзя. Как свадьбы болитов, не бей. Ну, я отвечу на вопрос. Еще раз повторю, что мы действуем в рамках действующего нормативного ПВХ. Есть постановление правительства Российской Федерации. И процедуры, которые сделал конкурсный отбор, как мы его называем, они все определены не нами. Соответственно, мы не можем взять и там, придумать, как выйти в конкурсный отбор. Тогда какие критерии? Внесите предложение, как мы должны, я говорю, из 10 тысяч сельхозпроизводителей выбрать или дать всем, но по 5 копеек, ну либо еще какие-то критерии. Да дайте всем, но по 5 копеек. Будем еще. Будем посмотреть его честно, конечно. И второй момент по поводу краснодарских холдингов. У нас одним из условий является обязательным. Это регистрация и осуществление производственной деятельности на территории Ростовской области. Поэтому, как вы сказали, двойное субсидирование, это как минимум невозможно. Если такие факты будут, это уже уголовное разумение. Но они тут зарегистрированы. Ну тогда, если зарегистрирован у нас, это Ростовский уже такой. Анатолий Федорович, у вас вопрос, да? Пожалуйста, Зерновой Союз. Да. Добрый день. С наступающим всех Новым годом. Действительно, вот повод для того, чтобы порадоваться результатам производственным есть. А в итоге, когда селяне начинают вот здесь и уважаемые фермы из Пролетарского района и вот руководитель хозяйства из Песчанокопского района, да и вообще мы и побольше суммы потеряли за счет плавающей пошлины. Но я немножко в защиту Министерства сельского хозяйства Ростовской области, не потому что там пришлось работать, а потому что
Та сумма, которая выделена, конечно, над ней можно только поплакать. Вот представьте, ежегодно из нашей области экспортируется 6-7 миллионов тонн пшеницы только. Экспортируется. Давайте посчитаем. Если пересчитать на среднюю пошлину, которая с 1 июля складывается сейчас, это 50 долларов. Вот те потери, которые как бы в перспективе будут. На 15, ну там с копейками, миллионов тонн Россия экспортировала. И правительство за счет пошлины получило в среднем несколько 50 долларов. Посчитать, это где-то 55 миллиардов рублей. То, что они обещали вернуть селянам, так что не вот это министерство, в принципе, обмануло. У селян забрали, и дальше не приняты никакие решения по снижению диспаритета цен между сельхозпродукцией и материально-техническими ресурсами для производства продукции. Поэтому вот не случайно за минеральное удобрение, которое существенную и средства защиты, существенную долю в себестоимости пшеницы той же занимает. Ну, я единственное хочу сказать, что министерство остановилось на приеме документов, потому что они посчитали на 2 миллиона тонн. Ставка 340 рублей получилась на тонне. Хотя к этому, к октябрю месяцу, уже реализовано было около 4 миллионов тонн в Ростовской области. Поэтому при сборе документов вот здесь допущена ошибка. Поэтому правильно, каждый из производителей пшеницы имеет право на те копейки, которые им приходились. И в большинстве своем оказалось, что даже не только мелкие сельхозтоваропроизводители, каждая копейка, которая тоже, а даже и крупные предприятия оказались за бортом этой поддержки. Поэтому каким-то образом надо выходить из этого положения. Поэтому правильно я присоединяюсь, правильно поставлены вопросы. Ну а вообще-то нужно отстаивать права сельхозтоваропроизводителям. Я вот многим здесь присутствующим и вообще в области предлагал вступать в зерновой союз с тем, чтобы представлять большую представительство, больше иметь, когда мы обращаемся в правительство. Мы дважды в этом году обращались, к сожалению, нам даже ответа не соизволили прислать, ни да, ни нет. Но эту работу нам надо проводить. И надо как бы в очередной раз обращаться через различные, вплоть до президента Российской Федерации. Всего, получается, будет отброшено в 90-е годы. Ну, со мной даже, вот, Алексей Павлович, вы неправильно сказали о том, что в прошлом году АПК Ростовской области средняя рентабельность была 40%, ну и закредитованность 78% было. Поэтому закредитованность селян будет увеличиваться, если они будут продолжать свою деятельность. Рентабельность падает однозначно. И о 40% уровне рентабельности заявлять я, по крайней мере, по тем расчетам и потому, что происходит, вряд ли это будет. Спасибо, Анатолий Федорович. Спасибо. Друзья, надо двигаться дальше. Ну, я хочу, чтобы мы конструктивно поговорили, приняли какое-то, ну, может, мудрое или умное решение, не знаю, кто бы там назовет. Я не знаю, я тоже сильно был недоволен экспортной пошлиной, там тоже не отдавал. Ну, а в итоге сейчас мы подвезли, что это грех нам жаловаться. Вот был неплохой, слава Богу, Господь нас не оставляет, Ростовская область, даже баллы, мы сказали, уже второго этажа. И что же ввели пошлину, я не знаю, я бы уже еще раз говорю. Сначала отмущался, но потом, слава Богу, что у нас там. Если нас сравнить с западными фермерами, фермерами на Украине, у них там без топлива намного дороже. Удобрения намного дороже. Владимир Политик, если зафиксировать удобрения на топливо и на, ну, цену на топливо и на удобрения, их жаловаться, можно работать.
Единственное, что тенденция там меняется, нам надо перестраиваться, нам надо подвести итоги и наметить лица, куда мы дальше пойдем. Дальше дорожает транспортная техника, и импортная техника очень тяжело содержать в нынешних ценах. Поэтому, может, стоит подумать, переходить на отечественную технику. Я бы, допустим, Кирове стал делать неплохие трактора, не выступают те же, там, не знаю, импортные трактора. Не знаю, но там Россельмаш компания тоже не выступает импортным компаниям. То есть, надо просто переоткуться, посмотреть, куда мы идем. Но идем мы все, знаете, куда. Сейчас смотрите, ну, власть что вас знает? Власть у нас захватила, допустим, энергоносители. Следующий этап захватит, ну, в руки, свои руки продавцы. Ну, если кто-то не понимает, то все понятно. Магазин уже кому принадлежит? Если сеть магазина уже принадлежит кому-то, значит, должно осталось только забрать у крестьян землю, которую там по ошибке раздали. К этому все идет. Поэтому наша задача или выжить, или как можно дольше прожить в этой сложившейся ситуации. Поэтому давайте думать над этим, а не ругать на власть. Единственное, мое предложение, не ругать там министра, он вообще ничего не решает. Вот наш министр, ну, есть в каждом районе депутаты, государственные думы. Надо на них. Берите, вот я работаю с двумя депутатами. Какие-то проблемы, я им пишу и, честно говоря, реагирую. Это тот же Водолазский, если кому-то известна такая фамилия. Не знаю, там второй Деревкин. Пишите, дайте на них. Государственные думы. Да, мы должны им сообщать, они будут сообщать напрямую. Ну что мы там своему министру сейчас там на него там. Я честно, я сразу написал в Адаласках уже в сентябре письмо, что посмотрите цены на удобрение, ну там, угроза продовольственной безопасности России, не знаю, моей воле цели или там какой-то другой. Если все депутаты начнут капать на мозги правительству, правительство примет меры, понимаете, других рычагов нет. Поэтому давайте меньше гнева, а больше, как сказать, долг и мудрой политики. Еще раз всем спасибо за ваше предложение.